Она как фундамент. Она чуть-чуть, если криво, то все. Все, друзья мои, Магдалина на сцене в полном составе, барабанщицу мы общей нашей энергии притянули наконец. Вот, они могут начинать. Настоящий сучий джаз обещает. Я думаю, вот сейчас заценим. Приветствую вас. С вами группа Магдалина. После такого жизнеутверждающего выступления хочется тоже сыграть что-то веселое. И первая композиция называется «Кабаре». Thank you.
бокала в монитор, пожалуйста. Очень здорово, очень чувствуется энергия. Спасибо большое. Неожиданно под конец. Следующая песня называется «Макияж». И она не совсем про макияж. Я думаю, вы сами догадаетесь о смысле этой композиции. Холодный снег.
сам не вспомнить лишь яркие осколки. Нашему родному. И следующая песня, песня с самым длинным названием у нас, это «Потерянная фишка в казино».
Oh,
Следующая песня с небольшим вайбом Dark Cabaret. Поэтому я хочу услышать плеск пива и вина до конца этой песни. Пожалуйста, допейте все до дна. Все что-то танцуют, никто не пьет, я не вижу. Никогда не смогу насладиться тобой до конца. Мне нужен что?
концу. Но мы не могли не сыграть нашу недавно вышедшую песню «Быть королевой». Подождите. Я же не сказала, что мы тут королевы на этой сцене. Не правда ли? Тяжело носить корону, сейчас мы вам об этом расскажем. Большой группе Магдалина! Действительно, такой совершенно физический финал нашего сегодняшнего джема. Действительно жарко, да, я вижу, жилетку даже снял. Вот, потому что невозможно уже. Дорогие друзья, сейчас мы сделаем фото, да, с ребятами на сцене. Потом я скажу какие-то 2-3 заключительных слова. Так что, если хотите их услышать, не расходитесь. Секундочку. Посижу. Ты посидишь? А тебя видно? Давайте мы... По-моему, вас сюда думают. Очень тяжело быть королевой. Ну, давай так.
Так, хорошо, снимаю. Хоп. Никуда не уходите. И еще разочек. Ну куда что ползла-то совсем? Ползла из кадра. Миш, командуй. Барабанщица спряталась вообще. Вообще спряталась. Сейчас ты береги голову. Осторожно, у нас короны. Беленький, черненький, беленький, черненький. Хорошо. Снимаю, хоп. Не хочешь куда-то? Ага, еще разочек. Снимаю, хоп. И последний раз. Хоп. Все. Спасибо. Я все время микрофон работает. Тебя заочно обожаю, наш гитарист. Друзья мои, ну большое спасибо, что пришли сегодня, что провели этот вечер с нами в формате Кулеш Джема номер 29. Он завершен. И как всегда, совершенно как-то быстро все это закончилось, неожиданно. Спасибо большое всем музыкантам, спасибо большое Ритм Блюз Кафе, спасибо человеку, который отвечал за звук сегодня, Дима, давайте ему поаплодируем, потому что ему пришлось не просто в некоторые моменты. Вот, хочу еще сказать спасибо человеку, который снимал на видео и который организовал интернет-трансляцию, это Михаил Меркулов. Поаплодируйте ему, да, в скобках Черноголовский, потому что есть еще один, чтобы мы не путали. И человек, который записывал мультитрек, там, Коля Баталенко тоже сидит, и Женя Зелковский. Так что я думаю, что мы имеем те основания полагать, что со временем будет на хорошее видео с этого джема, сведенное по канальной записи и с камер, тоже смонтированное. Так что спасибо всем большое, и главное, что лично я для себя вынес из сегодняшнего вечера, это дополнительные, так сказать, дополнительные аргументы, которые убеждают меня в том, что нужно продолжать. Что бы ни происходило, да, надо продолжать, пока мы можем это делать, да, и чтобы вот Феликс сказал, что если даже он не будет здесь, этот джем, он будет вот здесь, вот, да, вот, то я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы он был не только здесь, но и здесь. Так что спасибо всем большое. Кулеш Джем 29 завершен. И, ну, раз так мы решили, то до Кулеш Джема номер 30. Ух ты мой, опять юбилей.